Свет включит через несколько минут, ну а мы пока начнем. Ну, в общем, фильм «Пианист» несколько отличается от тех фильмов, которые обычно показываются на семинарах «Два с половиной смысла кино как текст». И вот чем. Роман Полански практически сразу выдает ключ к разгадке в руки зрителя, да, практически в каждой сцене. И первая сцена фильма, она, возможно, является самой главной, потому что именно здесь мы слышим и видим вот эту главную метафору фильма. То есть вот то, что я сейчас вернула сюда, вот на этот стоп-кадр. Значит, что мы видим? Идет уже война, взрыв, стены дрожат, на плечи пианиста сыпется штукатурка, но он продолжает играть. То есть во время войны музы не молчат. Он продолжает играть, и играет, несмотря на то, что звукорежиссеры подают ему знаки, чтобы он остановился, он продолжает играть, и играет до тех пор, пока его не сносит взрывной волной. В каком-то смысле также взрывной волной снесло все восточноевропейское еврейство, и в том числе семью Шпильмана. И вот эта идея, да, что музы во время войны не молчат, они не только молчат, но еще и способны охранить, она как бы раскручивается, эта метафора раскручивается в дальнейшем фильме, педалируется. И в этом смысле также довольно показательна сцена, когда Шпильман приходит к подпольщикам, да, он хочет, как он говорит, быть реально полезным. На что подпольщики, как вы помните, отвечают, что ты слишком пианист, ты слишком музыкант, ты для этого не подходишь. Вот и свет. И в этой сцене Полански, то есть мы понимаем, что Полански знает ответ на этот вопрос, да, что делать искусству в то время, когда вокруг смерть и война. Но он задает этот вопрос от лица пианиста. И буквально в следующей сцене, да, и, собственно, подпольщики ему говорят, что твоя задача в другом. Ты должен поднимать дух людям. Ты как бы не способен сопротивляться иначе происходящему. И следующая сцена, когда Шпильман возвращается по пустым улицам гетто и пытается помочь ребенку, который, как вы помните, пролезает в лаз под стеной, да, возвращаясь, пытаясь добыть себе семье еду. Он пытается ему помочь изо всех сил, но у него ничего не получается. И вот, как бы, вот эта сцена, она подтверждает, что как бы главная задача Шпильмана заключается в другом, в музыке. А в другой сцене, когда он обращается к полицаю с просьбой, чтобы тот помог его брату, да, он здесь уже обращается от своего имени. И от имени пианиста Владислава Шпильмана. Да, и этот пианист, и тут он напоминает немножечко Орфея, который усмиряет Цербера. Да, полицейский в этом смысле действительно похож на Цербера, потому что он всех впускает в ад и никого не выпускает. И исключение, как мы помним, он делает только для Шпильмана, когда вытаскивает его из толпы людей, которых отправляют на смерть. Вот. И дальше, где-то в середине фильма происходит следующее. Да? Музы не умолкают во время войны, но они могут стать тише. И сам Шпильман из персонажа, за которым наблюдают, да, мы помним, что он постоянно находится в объекте, становится объектом внимания со стороны полицейских на работах. Он становится сам тем человеком, который наблюдает. Это происходит, когда он живет на разных конспиративных квартирах. Да? Вот эту часть мы видим как бы глазами все время пианиста. И в этом смысле Полански, возможно, вслед за Хичкоком в фильме «Окно во двор» и за Антониони в «Фотоувеличении», он как бы намекает на вот эту вуайеристскую суть кино, да? Потому что режиссер, да, в
нашем случае Шпильман, да, он становится соглядатаем определенных событий и делается участником самих зрителей. Но если у Хичкока и у Антониони персонажи становятся свидетелями убийств, которые происходят в частной жизни, то у Поланского пианист становится свидетелем преступления против жизни, свободы и истории как таковых. Да? И не случайно он оказывается, сначала он живет в квартире, которая на Еврейском квартале, да? Затем он оказывается, как говорит его друг, в зверином логове в немецком квартале. И он становится как бы свидетелем таких ключевых событий. И я говорю о Варшавском восстании, да, и мы по тому, как это подано, мы понимаем, что он наблюдает это восстание полностью, то есть все два месяца, с 1 августа по 2 октября. И тут уже появляется такое ощущение документальности. И мы помним, да, что музы не молчат, они умолкают, и об этом свидетельствует уже сцена, когда он играет на фортепиано, не касаясь клавиш. И еще одна сцена, которая нам об этом говорит, это уже сцена, когда он играет по просьбе немецкого офицера. И на самом деле освобождение Шпильмана происходит не тогда, когда пришла Красная Армия, да, а оно происходит вот именно в этот момент, когда он впервые может коснуться клавиш и заиграть, и начать играть. В этот момент он становится свободным. И возможно, что в этом фильме Поланский, рассказывая о тех событиях, которым, как известно, он был сам свидетелем, очевидцем, будучи маленьким ребенком, возможно, что в этом фильме он пытается ответить на вопрос, уместно ли о месте и уместности искусства в какие-то страшные моменты истории. Ну вот, в общем, наверное, все, что я хотела бы сказать, и я передаю Сергею Кудрявцеву слово. Спасибо. Ну, многое из того, что я бы тоже хотел сказать, уже сказано. Значит, я бы, значит, начал бы, наверное, с того, что, может быть, вы знаете, может, не знаете, нормально слышно, да? Что Полянскому предлагали в свое время, еще до Спилберга, экранизировать книгу «Список Шиндлера». Но он отказался по двум соображениям. Во-первых, список Шиндлера действия происходит в краковском гетто, а это слишком лично, слишком болезненно для самого Романа Полянского, поскольку он как раз был в краковском гетто, откуда ему удалось сбежать, потом жить в деревне, в Польске, где его скрывали, но все равно это не обошлось для него, серьезными душевными травмами, и вот рассказывается в качестве такой своеобразной испытанный маленьким романом, тогда ему было во время войны не больше 10 лет, что немцы принимали его, ну, которые были в этой польской деревне, принимали его за поляка, и те люди, у которых он скрывался, тоже, естественно, выдавали его за поляка, но, тем не менее, немцы играли в какую-то такую с этим ребенком в страшную жестокую игру, заставляли его, ну, как бы изображать своего рода, значит, мишень. И вот эти вот детские травмирующие воспоминания, они, разумеется, остались на всю жизнь у Романа Полянского, и так или иначе это отражалось в целом ряде его произведений. А почему он все-таки не решился еще и экранизировать список Шиндлера, потому что для него как бы
была несколько чуждой эта история из-за того, что и как раз выбор произведения Владислава Шпильмана, документального произведения, рассказывающего о нем самом, он больше соответствовал самому Полянскому, поскольку это действительно, вот как было верно сказано, своеобразное наблюдение, в большей степени наблюдение со стороны. Тут герой не действующий, а пытающийся скрыться, затеряться. И, кстати говоря, совершенно не случайно первая, ну не буквально экранизация, но вольная фантазия на тему судьбы Владислава Шпильмана, значит, называлась «Варшавский Робинзон». То есть, как бы, это человек, попавший, одиночка, попавший в ситуацию потерянности и, сказать, полной изоляции от мира, и попытка выжить в этих обстоятельствах, это как бы вот индивидуальный экзистенциальный опыт, и это именно близко Полянскому, потому что, ну, по целому ряду его картин вы, наверное, могли обратить внимание на то, что ну, наиболее явно перекликается с фильмом «Пианист», разумеется, фильм «Жилец», где сам Полянский сыграл главную роль. То есть вот человек одинокий, потерянный, такой как бы своеобразный, с одной стороны, кафкианский персонаж. И даже странно, что Полянский так и не решился экранизировать ни одно из произведений Кафки, а мне кажется, что вот это абсолютно его материал. Человек, который один собственной персоной пытается противостоять абсурду всего внешнего мира. И вот эта вот ситуация чрезвычайно значима для, практически для многих картин Полянского. Даже в тех картинах, где вроде бы больше действующих лиц, но все равно существует некая замкнутая, отгороженная от всего остального мира ситуация, там и в «Тупике», и отчасти даже и в его первой полнометражной картине «Нож в воде». То есть количество персонажей сведено до минимума, они, эти персонажи, помещены в некую такую изолированную от всего остального мира ситуацию, и это чаще всего какая-то психологическая, порой даже психоаналитическая борьба, развертывающаяся между разными персонажами. Но когда герой вообще остается один, как вот в «Жильце» или как в «Пианисте», это не только преодоление как бы самого себя, не только попытка выжить и остаться в этой жизни живым и выбраться из этого хаоса мира, но это прежде всего испытание и какое-то и психологическое, и в большей степени, как-то мне покажется странным, испытание эстетическое. И то, что героем пианиста становится человек искусства, человек музыки, человек, который как бы не представляет себе жизни без искусства, без музыки. Вот это, мне кажется, для, может быть, это прозвучит кощунственно, но для Полянского более, может быть, из-за этого он еще решился на экранизацию этого документального повествования Владислава Шпильмана, что для него куда важнее не Холокост, не истребление евреев, не, сказать, ситуация войны, а то, как человек переживает, вынужден испытывать ситуацию отсутствия музыки. То есть, когда он лишен всего того, чем он занят, чему он посвятил свою жизнь, что для него представляет наивысшую ценность, наивысший смысл. И когда человек по воле обстоятельств судьбы и, сказать, всего того, что творится в мире, остается не просто один на один, но и не может
посвятить себя тому, чем он всегда занимался, что ему, что для него представляет наивысшую ценность жизни. Вот это, мне кажется, самое тяжкое, самое трудное, самое невыносимое испытание, какое может выпасть на долю этого человека. То есть, как бы такая вот экзистенциальная ситуация внешняя, она доведена до еще большего предела из-за того, что человек, связанный с музыкой, лишен этой музыки. И, может быть, у вас попутно возникнут какие-то дополнительные вопросы или собственные соображения по поводу... Да. Спасибо. Ребятушки, зовут меня Аркадий Лаховский, я такой же зритель, как и вы. Пришел получить удовольствие от этого фильма. И где-то, то есть не где-то, вот я пометил, 20 часов 00 минут написал некоторые строчки. Но что навеяло и что срезонировало? В октябре прошлого года я был в Польше в командировке. И мои польские коллеги провозили меня по разным интересным местам, в том числе лагерь Аушвайц-Биркенау. 70 лет вот недавно справляли с момента его освобождения. Ну и наблюдая за определенными сценами этого фильма, кое-что срезонировало. Поймите правильно, я не поэт, я инженер, но вот что получилось. Вагоны, рельсы, паровоз, и столько жизней под откос. Барак, колючка, печи, газ. Тут все как будто не про нас. И из-под ног уходит твердь. Здесь дышит смерть. Здесь всюду смерть. Вот так навеяло. Спасибо. Спасибо вам. Как мы успели сыграть во время фильма? Вот так, без помады. Это, кстати, тоже действительно любопытный, как назвать, даже не факт, а такая реакция. То есть фильм пробуждает в том числе и какие-то эстетические чувства, то есть он заставляет не только эмоционально переживать эту трагедию героя, но то есть и побуждает к какому-то сотворчеству, то есть к проявлению своих именно творческих эмоций, а не только переживать это на уровне обычных чувств. Мне кажется, это очень ценно. Спасибо. Все. Добрый вечер. Большое спасибо, что вы сегодня пришли. Поближе. Я не помню, ставили ли вы оценку этому фильму на сайте Кинопоиск. Хотел бы спросить вашу оценку по 10-бальной шкале. Оценку. И еще один вопрос, пока мы смотрели сегодня этот фильм. Сегодня был одноголосный перевод, и, кажется, если я не ошибаюсь, был перевод переводчика Гаврилова. Да, по-моему, Гаврилова. И я хотел бы вас спросить, как дубляж, в общем, раскрывает фильм? То есть, как он действует на зрителя? И где он хороший, где он плохой? Как по-вашему? Я честно не помню, вряд ли я смотрел, я вообще не люблю смотреть фильмы в дублированном варианте. Наверное, я смотрел или с синхронным переводом на пресс-просмотре, честно не помню. Мне кажется, тут вот попытка разыгрывания ролей, она тем более будет мешать. Тут нужен именно такой одиночный голос, как, по возможности лишенный каких-либо дополнительных эмоций, тоже действительно должен быть какой-то взгляд со стороны, некая дистанция между... Мне кажется, вот удалось Полянскому, но это вообще ему свойственно. Он его трудно назвать холодным и рациональным режиссером, но практически в каждой его картине существует определенная дистанция по отношению к тому,
что он рассказывает. Иногда это ироническая дистанция, иногда это приобретает трагическое измерение, как в экранизации Макбета, или вот как здесь. Мне кажется, Макбет вообще одна из самых недооцененных картин Полянского. И вот, или как здесь, в «Пианисте». То есть, даже несмотря на то, что вот, может быть, Полянский единственный, я не припомню других случаев, единственный из режиссеров такого мирового уровня, который лично испытал нечто подобное, и потом, спустя, получается, сколько, почти спустя 60 лет решился на то, чтобы снять фильм об этих событиях, но ни в коем случае не как участник происходящего, а все-таки как человек, находящийся чуть-чуть в стороне. И если вы обратили внимание, тут очень много ракурсов, много кадров, которые сняты как бы с точки зрения человека, находящегося где-то вот скрывающегося, следящего за событиями, как бы подглядывающего. Вообще кинематографу свойственен вуайеризм, вот это своего рода подглядывание. Вот Маша упомянула знаменитую картину «Окно во двор», где этот принцип как бы возведен в абсолют. Это именно суть кинематографа, обязательно наблюдающего, следящего за чем-то происходящим где-то поблизости. Но это чрезвычайно, на мой взгляд, ценный взгляд и для автора, который все-таки не старается не идентифицировать себя с героем, а быть в какой-то степени на позиции зрителя. Мы же с вами, ну, за исключением тех непосредственных участников событий, которые могли пережить подобное, но подавляющее большинство зрителей никогда этого, к счастью, не испытали. И мы все находимся все-таки в положении наблюдающих со стороны. И вот это вот совпадение авторского взгляда со взглядом зрителя в зале или в другом помещении, где так, человек смотрит или у себя дома на телевизоре или на мониторе, это не имеет никакого значения, но вот как бы наблюдение чуть-чуть со стороны. По поводу оценки, на Кинопоиске я, поскольку там половинки, я половинки там не могу поставить, а в книге, где есть рецензии, там стоит оценка 8,5. Ну, не самая высокая, но я, в отличие от многих, сразу бы принял фильм Полянского, как-то я его, может быть, из-за того, что я его не воспринимал ни в коей мере как историю о Холокосте, о том, что вот в очередной раз снимается, а действительно много снимается, и не всегда, к сожалению, удачных картин на эту тему. Я вот сразу это воспринял, прежде всего, как своеобразную личную исповедь творца о том, как, что происходит, когда творец лишается, я повторюсь, лишается предмета своей страсти, предмета своего влечения, своего, так сказать, занятия, которому он предан фанатично. И вот, наверное, это самая главная потеря, которую испытывает главный герой. Я прошу прощения, но мне кажется, вот вы ошибаетесь. Когда вы говорите, что главная проблема этого фильма в том, что он лишен музыки, и в том, что он вообще лишен музыки. Он не лишен музыки. Музыка звучит внутри него, это же видно. И это помогает ему выжить. Это, вот это и есть жизнь. Вот с этой музыкой он противостоит этому дурдому, который как бы представляет не только жизненную музыку, мозг — это жизнь. И вот тот немецкий офицер, который способен чувствовать музыку, он оказывается на стороне жизни. Понимаете? Музыка — это жизнь. Вот он не лишен музыки, я совершенно категорически против.
Нет, я, может быть, не точно выразился, он как бы внешне лишен, а разумеется, внутри него она осталась. Но вот Маша справедливо упоминала очень важную сцену, когда он как бы в воображении проигрывает эту музыку. Она звучит за кадром, он не касается пальцами клавиши пианино, но, разумеется, эта музыка остается внутри него, но мы же все прекрасно понимаем, что если даже каждый из нас в душе имеет какую-то музыку, в душе талантлив, пока этот талант, эта творческая составляющая, она не находит выражения в чем-то, ну, я употреблю ныне модный термин, реальный продукт, то есть она не материализована, она все равно пока остается сокрытой от других. Поэтому творческая энергия обязательно должна находить выход в действительность, а пока она остается внутри него, это все равно как бы нереализованные, мучащие. И, разумеется, он выживает только благодаря музыке. Это, я совершенно согласен с этой точки зрения. Вот мне кажется, что Шпильман в этом фильме напоминает отчасти легендарного поэта Ориона, который, собственно, по легенде был спасен именно благодаря своему поэтическому дару. Да? И один из авторов начала 19-го столетия на своей поэтической книжке в качестве девиза написал «Муза спасла, лира спасла меня от потопления», имея в виду именно поэтический дар. Вот, мне кажется, что музы не молчат, но как бы речь о том, что он не может, он не имеет возможности, для него это какой-то пыткой становится, да, он же практически дрожит. И вот еще очень интересный момент, вот несколько эпизодов, когда его прерывают его игру, а он не может остановиться. То есть он играет просто до последнего, он как будто не может остановиться, пока не доиграет до конца. Вот еще, мне кажется, это созвучно рифмуется с вот этим мотивом немолчащих муз. Ну, и, разумеется, он по характеру такой человек увлеченный и, может быть, с натяжкой прозвучит, вам покажется, но он такой человек моцартовского склада, то есть для него вот главное радость творчества, радость общения с музыкой, с искусством, и когда он лишён этого, то вот это его главное. Здравствуйте. Уже много было сказано о Шпильмане-наблюдателе, да, Шпильмане. Орфея, который отстранен, который смотрит на все со стороны, это проявление его духовной сущности, как бы. А душа мы знаем, так, любой человек стоит в душе и тело, скажем так. И душа, она вечна. И поэтому Шпильман душа, Шпильман Орфей, он возвышен над действием. И он смотрит свысока, смотрит всегда с верхних этажей на ту войну, которая происходит снизу. И она постоянно кажется нам какой-то комичный, какой-то неестественный, потому что душа вечна, а вот это вот какая-то материальная жизнь, которая происходит снизу, вот эти люди, которые умирают, они кажутся нам немного далекими. А когда проявляется, когда врывается эмоция в фильм? Когда начинаем чувствовать действие? Действие мы начинаем чувствовать тогда, когда Шпильман вспоминает, что у нее есть не только душа, бессмертная душа, а у нее есть и тело. Вот это измученное там болезнями, это вот исхудавшее тело, которое вынуждено себя спасать в этом материальном мире. И вот тут врывается эмоция, и тут мы не отстранены, мы уже наблюдаем за действием, мы уже вовлечены. Ну, вот я это и хотел сказать, что просто сосредоточились как-то в основном на наблюдателе, а есть еще Шпильман деятель, вот, который спасает свою жизнь, материальную жизнь. Вот, и вместе с ней оставляет бессмертную душу в нашем мире. Все. Вот еще интересный факт, когда первый раз экранизировали эти мемуары Шпильмана, то автором сюжета стал Чеслав Милош,
будущим Нобелевским лауреатом. То есть какая-то, по всей видимости, Милош почувствовал какую-то поэтическую составляющую даже вот этих документальных мемуаров. То есть он увидел за вот этой историей выживания некую действительно поэтическую силу. И вот то, что возникают какие-то аналогии с античными мифами, это тоже, наверное, не случайно. То есть я повторюсь, что есть вообще в этой истории, как это ни странно звучит, некая важная эстетическая составляющая. Поскольку зашла речь о музыке, позволь еще раз себе напомнить. Поездка в Польшу – это не только лагерь Освенцим, это еще нас возили на родину Шопена. Сегодня звучала музыка, польская тема. Гениальный композитор, которого я воспринимал как гениального композитора, но очутившись в том поместье, где он родился и прожил 19 лет, ну, как говорится, это много добавило. И вернувшись в Россию, я пробежался по интернету, стал выслушивать его замечательные произведения, и одно из них просто меня завело. Завело настолько, потому что произведение абсолютно гениальное. В итоге я написал слова на тему, а называется произведение «Музыка скрипки». «Музыка скрипки». У меня в кармане, ну, не знаю, случайно, называйте как угодно, образовалась флешка, на которой записана эта мелодия и мой, так сказать, скромный голос, пропевший эти слова. Если в конце собрания кому-то будет любопытно услышать то, что получилось, а многие говорят, что получилось неплохо, я готов это предоставить. Флешка у меня, спасибо. Спасибо. Еще какие соображения или вопросы? Тут вот я как раз зашел практически на той сцене, когда, значит, вот герой выходит уже на улицу в немецкой шинели, и его поначалу принимают за чужого. Это вот тоже одна из таких, можно сказать, навязчивых тем для Полянского, когда кто-то оказывается чужим в том мире, вроде бы это абсолютно его мир, но в какой-то момент этого человека воспринимают как постороннего, как чужого, как человека не отсюда, или вообще как человека не от мира сего, потому что вот в том облике, который, на мой взгляд, очень подходит этому персонажу в исполнении американского актера Эдриана Броди, это вот как, он немножко не от мира сего, немножко блаженный. Не знаю, может быть, мне это показалось, что он в какой-то степени напоминает многих святых блаженных, там, начиная от Франциска Ассизского и так далее. Пожалуйста, еще вопросы, дополнения. Находясь несколько лет в режиме страха, станешь блаженным. Если рассматривать его не как человека, не как актера, а как персонаж. Еще? Вот еще, может быть, вам будет интересно, если говорить уже не по, конкретно по фильму, а по персоне самого Полянского, тоже довольно насыщенная, крутая и чрезвычайно драматичная судьба, но вот для меня весьма был интересен такой факт, когда я узнал, что сам Полянский считает своим лучшим произведением, так и неосуществленным, он написал в 1988 году, по заказу компании Warner Brothers, и ему давали чуть ли не 60 миллионов долларов на экранизацию «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. И Полянский, я не помню, один или он со своим соавтором, французом Жераром Брашем, написали сценарий. Вот сам Полянский считает лучшее, что он создал в своем творчестве, это сценарий по мотивам романа
Михаилу Булгакову. Мне кажется, вот если бы этот проект состоялся, это была бы совершенно невероятная, неожиданная и опровергающая многие ожидания постановка. Потому что, мне кажется, вот Полянский один из немногих, кто чувствует, с одной стороны, абсурдность этого мира, с другой стороны, в нем невероятно развито чувство черного юмора, мрачного юмора, и в то же время и склонности к эксцентрике, и какие-то кавкианские мотивы, и его большая любовь к творчеству Хичкока. Вот это как, и в то же время, безусловно, его большой интерес к русской литературе, особенно Гоголю или Достоевскому. Вот, в частности, еще один из, к счастью, нереализованных проектов Полянского, который тоже мог быть по-своему сенсационным. Это он начинал снимать «Двойника Достоевского». Мне кажется, это тоже абсолютно его материал, но не сложилось по ряду обстоятельств. Пожалуйста, еще вопросы, комментарии. Если замечаний и дополнений больше нет, большое спасибо, что вы пришли на сегодняшний просмотр. «Два с половиной смысла» приглашает вас также в следующий четверг на фильм «Ночной портье». Он также будет показан в рамках образовательной программы к выставке «Человек и катастрофа». Всех ждем!